сегодня в нашем обзоре кварц с включениями хлорита. Один из самых загадочных и самых эффектных и необычных камней. Такая красота добывается у нас на приполярном Урале. И фотографируются они тоже крайне плохо. Обратите внимание, это кварц, по задней стеночке нарос хлорит. И вот такая красота получается, такой аквариум. Вот как смотрится в серьгах. Не всегда этот хлорит насыщен. То есть здесь только по краешку, а внутри небольшие включения, какие-то микровключения, микротрещинки в кварце. Вот еще колечки в одном из них. Вот колечко с природной формой кристалла, как он был добыт. В этом колечке есть небольшая радуга. В этом колечке выросло еще что-то внутри. Вот обратите внимание. Стоимость колец от 1950. Такие серьги. Серьги по 3900. Браслет также есть.